Спорткомплексы появятся в 12 городах и станицах. Все площадки будут в шаговой доступности. 7 спортивных залов построят в ближайшие 2 года в Армавире, Кавказском, Крымском, Новокубанском, Славянском, Тимашевском и Успенском районах. Краевые субсидии получат и еще 5 муниципалитетов. Там строительство комплексов для занятий физкультурой начнут в 2018-м. Это Абинский, Апшеронский, Ейский, Тбилисский и Усть-Лабинский районы. Все залы возведут в едином стиле. Разработать типовые проекты Вениамин Кондратьев поручил летом этого года. Так в каждом спорткомплексе оборудуют игровое поле для занятий мини-футболом, баскетболом или волейболом.